Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем We Happy Few, у меня, если что, таблетка, мне она нужна, потому что надо, и если что, у меня вылетит изо рта, то это будет таблетка, но я не буду, я постараюсь ее сдержать, чтобы она не полетела никуда, мы продолжаем, мне, наверное, нужно собрать какие-то улики, которых аж целых три. Нигде их искать я не понимаю. Немножечко. Скорее всего, где-нибудь здесь дальше, поэтому давайте. Давайте их поищем. Всегда хотелось покататься на такой штуке. Они немного напоминают чайники, как я это раньше не замечал. Парк миссис Чиппи. Ну, окей. Тихо! Спокойно. Так, а тут у нас чего? Я в костюме извращенца, насколько я помню, да? На телеэлектрическом я пою. А здесь у нас чего? Здесь у нас проход... Ага, окей. Скорее всего, сначала нужно было зайти в парк и там что-нибудь полутать. Там, наверное, что-нибудь интересное, что-нибудь веселое, что-нибудь задорное, что-нибудь забавное. Сейчас заберем. Сейчас заберем. Я не понимаю... На-на-на. А, нужна отмычка, поехали. А, я что, блядь, отмыкал пустой шкаф? Серьезно? Ну что, издеваетесь надо мной? Какого хера? Да все, отпустись. Из этого шкафа я что-то достал. Да ёб твою ж мать. Серьезно, я открываю пустые шкафы. Вы издеваетесь надо мной? Вы че, блядь? Охренеть. Просто тупо потратил, короче, две отмычки практически в никуда. А я их в никуда и потратил. Они же пустые оказались. Это нечестно. Это совершенно нечестно. Это вообще, ну, не по-пацански в конце концов. Если уж тратишь отмычку, надо тратить на что-то. А то она просто так, ну охуеть. Так, а меня эта штука запалит или что она со мной сделает? Почему она такая опасная или не опасная? Это какой-то босс? Почему все так походит на какого-то босса? Джубилатор. Ну, допустим, пока она меня не бьет, я с ней как-то, наверное, буду аккуратнее обходить. Я не знаю, что она стоит, она меня напрягает. Вдруг она сейчас, блядь, на меня накинется, откуда я вот знаю? Может быть, это она убила всех этих рабочих, а не я, и не электричество, и ничто другое. Э, хуйло. Смотри-ка. Нет? Допустим, ладно, допустим. По-моему, она весьма безопасна. Не знаю, она выглядит просто страшно. Знаешь, чем милее монстр, тем он страшнее, блядь. Такое правило, серьезно. Да посмотри, за что, что здесь может быть страшно? Оно страшно пиздец. Окей. Чё-то как-то прям здесь вообще все запутано. Скоро уже паркур, блядь, полноценный заделают. А чё же я на ней не покатался? Не нужно, что ли, было? О, отлично. Значит, растение становится все хуже, рано или поздно весь город становится с ума. Подожди-ка, подожди-ка, вот это нужно почитать. Вот это нужно обязательно прочитать. Это у нас последнее. Так, повторная ресублимация кристаллов тиомотилена может усилить эндохронные свойства. Если бы нам удалось активировать эндохронные свойства, мы смогли бы использовать одни и те же кристаллы бесконечно. Мы с тревогой узнали неприятности, постигшие наш певческий клуб. Это неинтересно. День Победы. Мне стало известно, что некоторые сотрудники используются провода под напряжением в качестве праздничных бенгальских огней. Изумительно, блядь, да. У нас произошел небольшой инцидент. Гонриетта испекла маффины для подарочной ярмарки, но вместо усилителя вкуса по ошибке использовала миндальный газ. Гонриетта уехала в отпуск, а остальных сотрудников я отпустил до особого распоряжения. Не ешьте маффины и не входите в третий участок без противогаза. Хорошо. Спасибо, что откликнулись на мое письмо о неудачной партии радостина. Я оценю ваше предположение, но если я отправлю на экспериментальное лечение сотрудника, испытывающего трудности с текущей партией радостина, то к вам в лабораторию заявится все мое подразделение. Надеюсь, у вас есть план Б. И это все? Я думал, что-то более интересное. Так, пустая банка, заберу, пригодится. Здесь, походу, подожди-ка, а все сотрудники мертвые, потому что... А, ну да, все понятно. Все сотрудники мертвые, потому что объебались. Так, они меняют форму. Потому что они объебались радостином. А, Альфреду Саутвику, заведующему подразделением Святого Эльма, штаб контроля Метеля. От Верлока. Уважаемый мистер Саутвик, спасибо за письмо. В настоящий момент мы испытываем временные трудности, связанные с небольшими изменениями формы радостина и использованием нового сырья. Бля, я проглотил ее. Я проглотил ее, нужно было рассасывать. Ладно. Полагаю, пока рабочие смело могут удвоить дозировку, больше радостина, больше радости. Я проглотил ее, я не специально. Она залит... Блядь. Сука, это не закончится ничем хорошим, совершенно верно. Это... Ну да ладно. Ладно, хрен с ним. Я думаю, не умру. Хотя хуй его знает. Так, стол, изолента и последний...
В смысле? Это для управления этой поеботой, что ли? Такое чувство, что тут не должно быть столько красных лампочек. Скорее всего, да. Так, подожди, а где третья улика-то? Пусто. Вот это что, не улика? Обыскать, обыскал. Опа. В ближнем бою есть небольшой шанс убить противника одним ударом. Эффект умер с 1 из 10. Так какая-то это... Великая книжка. Подожди-ка. А, я все нашел, что ли? А что теперь нужно? Так, вернитесь, надев комбинезон. Включить питание. А так я все, что ли? Делов-то. Так, ну ладно. Что-то там не так с красными лампочками. Ага. Здесь становится довольно опасно. Думаю, мне стоит залезть в родоход. Так, допустим. Как в него залезть? Поехали. Поехали, вот и покатаемся. Так, засосать что-нибудь. Нихуя себе музяка поперла. Ни хрена себе. Да уж, сам медленный аттракцион в моей жизни. Посигналить. Я надеюсь, как бы это. Песня будет без палева. Дорогу! Дорогу, капитану Джабсу из Джабс-холла! Я оставлю музыку. Точнее, я не буду ее заглушать, потому что она громкая. Если она будет палевной, то я просто ее заменю, ладно. На что-нибудь подходящее. Прикол в том, что здесь какой-то поет мужик радостные песни. Что-то, знаешь, что-то типа Битлз из Битлз, что-то типа того. Но, скорее всего, это не оно. А может быть и оно. Я Битлз не особо слушал. Я знаю, как все там 2-3 песни, не хватит. Больше так оттуда мне. А, у меня вот здесь. Вот, ну что, посигналить и засосать. Прикольно. Прикольно, но зачем? Для чего сделали этот момент, вообще мне интересно. Закрыто, вот дерьмо. Как оно открывается? Ну, надо отсюда выходить, скорее всего. Как мне вылезти-то? Ага. Ну, я тебе реально говорю, какой-то Битлз, наверное. По крайней мере, очень-очень похоже. Так, еще один. Простите, мне пора. И все? А это надо нажимать? Странно. Ладно, поехали дальше, без проблем, поехали. Поехали, открываем. Они... А ничего как бы, что я сломал подземную сеть каких-то тоннелей и какой-то завод? Всем типа похуй, да? Так, ну хорошая страна, всем похуй. Вон, счастье — это страна без прошлого, и все. И без беспокойства о чем-либо, скорее всего. Так, здесь, похоже, выход. Но мне придется задействовать несколько выключателей. Щелкнуть включателем в ремонтном зале. 1, 2 и 3. Хорошо. Да шо ж ты, блядь, тут постоянно заперт. Это едет твой же корень, да? Используем противогаз. Нахуя он мне, интересно? А он сломался! А как я сейчас выйду-то? Шкаф? Да твой, ну хоть серьезно. Почему он так долго их скрывает? Мне кажется, в этот, как его, в навык по... Вот так, значит, появляются патрульные. Интересно, они там не застревают? Пиздатое должно быть зрелище. В смысле, вот так вот? Их просто рожают, что ли? Что, блядь, за чудеса такие? Я говорю, что к навыку... Что это там такое? К навыку по обесшумливанию вскрывания нужно было добавить автоматическое... Еще один! Ебать в рот! Вот вы где! Так, я что-то не понял, в чем прикол-то? Я говорю, к навыку по... Я бы сразу остался дольше, но не могу. Где дверь? По поводу вот обесшумливания доставания, я прокачал сразу, знаешь, что, чтобы он просто мгновенно их вскрывал. Ну ж какой смысл? Тебя все равно никто не слышит. Зачем все это задерживать? Блять, слово на отмычку, серьезно? А теперь у меня новое, да? Хорошо. Не, ну здесь хотя бы что-то попадается, это уже нормально.
Противогаз, по-моему, у меня вообще ломаться не собирается, да? Я просто так долго дышу. Я все это время хожу в нем. Но отмычки хватает на два раза, между прочим. Отмычка на два раза — это уже неплохо. Здесь производится эту хуйню, что ли? Что это такое? Где? Удерживать что? А. Допустим. Что-то я, скорее всего, перекрыл. А может быть и нет. Но это явно не выключатель в ремонтном зале. Давай тебя еще покрутим. Нет? Заебись. Я держу до конца, как положено. Я не знаю, что мне это дает. Ты уже покручен. Хорошо. Странный этот насосный парень. Он пытается меня убить, скорее всего. Господи, боже мой, здесь хоть что-нибудь работает? Ну, я тоже, на самом деле, не рад тому, что я никуда не могу пройти. Так, электроотмычка, картошка. Ага, родоходы боятся электричества. Чем бы мне его ударить? Думаю, если я направлю мотилент на питание сети... А я что сейчас сделаю? Подожди, а это здесь, например, нет? Мотилен на питание сети, как это сделать? Я их уже не могу, да, никак покрутить, потому что я уже покрутил. Это ничего не открывается. В чем, значит, проблема? Проблема в чем, я, значит, не понимаю, между прочим. Ага, здрасте. Так, электроотмычка есть. Да в смысле ключ-карту? А где я ее возьму-то? Блять, дальше куда-то идти, ладно. Почему он такой веселый? Он же, блядь, хочет меня убить! Какого хуя он такой веселый? В смысле, что это? Блять. Так а я же ничего, у меня же не получается. Я вроде все покрутил. Нужно электричество. А где его взять-то? Здесь что-то включается, еще нет? Наверное, нужно подождать, пока он проедет в другую сторону и туда пройти. Давай попробуем так. Угу. Да, наверное, это делается примерно так. Я застрял, я ничего не смог с этим поделать. Артур слишком толст. Толст и больше, и слишком большой. Муниципальные... Так, мне кажется, что скоро тут все взорвется. Хорошие новости. Чё бы, блядь, и нет. Пиздатые новости. Тут скоро все взорвется, но таймера нет, поэтому паниковать мы не будем особо по этому поводу. Паниковать мы не будем. Мы только что смогли... мы только что взяли хуйню, которая улучшает верстак. Так, мы пойдем наверх съездим. Не знаю, что это такое. Потянуть. Это просто по приколу, да? Сюда подняться и посмотреть, что у нас здесь происходит. А, нет, здесь есть мужичок. С ключ-картой, скорее всего, да? Да. Ключ-карта именно она. Так, и еще выше, серьезно, подожди-ка. Нихуя себе. А сюда зачем? Здесь можно что-то починить? Нет. Okay, ага. Еще две, похоже. А, это выключатель, все, понял. Это выключатель. Почему ты упал, объясни мне, пожалуйста. Не знаю. Так, мы типа взяли ключ-карту, хорошо. Теперь пробежимся просто тупо напротив. Дальше идти нет смысла, потому что там закрыто. А здесь мы сейчас что-нибудь осмотрим. Осмотрим. Так, где эта хуйта? Ой, ой-ой-ой, и как мне из нее... Блять, ну ждать теперь, да? А почему я туда не могу выйти? Он меня почти поймал. Я думаю, что я чуть-чуть отойду, и как бы он меня не заметит, и мы спокойно пойдем. Он слишком широкий, он толстый, не могу пройти. Тебе придется идти за ним. Я надеюсь, он меня не спалит. Давай вот так вот. На всякий пожарный. Туси. Туси вместе со мной, и все весело. Ну. А, блять! Твою мать, спокойно! Зачем, сука? Нахуя повернулся? Ну что за бред? Я испугался. Он такой внезапный. Так, он где? Слева, все окей. Он такой внезапный, реально. Просто из ниоткуда взял и пиздец. Так, хорошо. Вон машинный зал. Как же туда добраться? Поднять в воду. Так, машинная мойка. Ну, во-первых, обыщем все шкафы, которые доступны. Блять, опять подсовывают пустые шкафы. Вы достали меня уже.
Радио выключил. Так, чаек взял. Он мне не особо нужен. Еще чаек. Обыскать столик, лампочка. Так, повернуть патрульный. И что я повернул? Повернуть руль против... А, просто руль. Flow Main Trans. И что это, типа движение? Движение, спокойно. Зачем? Отключи... А в смысле? Подожди-ка. А чё ж ты не отключил-то? Это закрыть, наоборот. А, ну все, окей. А зачем я его вообще крутил, в принципе, тогда? Чё за бред? Так, еще один рычаг, допустим. А, тут есть какой-то проход? Нет, здесь тупик. Задавят. И еще дальше. Теперь осталось только во втором... А, во втором щелкнуть. Ну ладно. Он на время, получается, что ли, как-то работает. Так, хорошо, пойдем сюда. Так у меня нет электричества в любом случае. Я там все покрутил. Чё за бред? I think if I redirect the motorlane to power the grid. Блять, я только не говори мне, что все нахуй сломалось здесь, скрипты себе полетели по пизде. Потому что я все эти ящики, вот эти шланги покрутил. Ну реально, он сейчас мне скажет, что типа я уже больше ничего не могу сделать. Но я же их покрутил. Я же их реально покрутил, в чем проблема-то? Великое зловоние. Это почему-то вообще наверху где-то. Но это как бы нужно его выключить. Может быть, мне нужен вон тот мужик каким-то образом как-нибудь добраться. Блин, это вообще не прикольно, если честно. Серьезно тебе говорю. Здесь вроде ничего нет. Там они просто выходят, я туда пробраться никак не смогу, да и незачем мне туда ходить. Тут я типа все сделал. Может быть, там где-то я на лестнице еще мог подняться. Ой, а там кто-то есть, нихуя себе. А здесь? А здесь гараж просто. Блять, ну я тогда не понимаю, что... Может быть, я зря сначала крутанул? А я откуда мог подумать, что мне нельзя, блядь? Ты что, думать о том, что я мог... Я что, теперь должен думать, блядь, о том, что мне нужно нажимать, а что нет, что ли? Где здесь питание? Как оно сюда идет? Я же уже все переправил, переделал. Мотилен в питании сети. Так я все это перестал... Блядь, пойдем к тому мужику сходим, ладно. Может быть, это как мне поможет? Может быть, я что-то здесь не увидел? Как бы вот идет шнур. А куда он идет? Он идет вообще сюда. Ага. Но здесь типа надо все три активировать, тогда все получится. Это один, а отсюда еще два идут. А, ну да, ну получается все проебалось. И как мне это заново сделать, интересно? Походу дело скрипт пизде пошло. Ну подожди-ка. Главное меню, допустим. Мне просто тупо интересно, где было сохранение последнее. Продолжить. Здесь как бы, по ходу дела, нет сохранений таких, чтобы прям... Здесь есть ручные сохранения, но я ручную давно не сохранялся. Это будет херово, если это сломано, на самом деле. Давай меня прям вот выброси здесь, перед этими рычагами, и все будет нормально. Все, отлично. Хорошо. Так, замечательно, ладно. Давай сначала сюда. Пусть сработает скрипт. Перенаправлю Мотилен. Окей. Пойдем переправлять Мотилен. Я так понимаю, это он. Давай сначала здесь попробуем. Давай каждый рычаг попробуем повернуть, а потом попробуем потыкаться. Так, это не работает, допустим. Ты? Блять, ты серьезно? Теперь это сломалось? От него идет шланг. Какой? Вот, ну, мотилен как бы вот, понимаешь? Вот здесь не было мотилена.
Точнее, сейчас его нет, просто я пытаюсь сообразить, что я делал не так. Ну и что дальше? То есть они тупо не работают теперь? Ну, надеюсь я, что сейчас это заработает, потому что я перепрошел, переподбежал, перезабежал, перея тут, перея там. Давайте я сначала попробую вот так вот. Типа, мне найдется мотилен по сети, и теперь я надеюсь, что эта хуйня будет работать правильно. Давай, хорошо. Можно крутить, отлично. Ну, начнем, наверное, мы с тебя все равно, да? Давай, окей, по часовой стрелке. А, нет! Окей, нахуй. Давай лучше так, как они расположены. Мало ли чего случится. Поехали. И? Давай, затестим. Может быть, сейчас уже работает. Может быть, второй не нужно было крутить. Нет, окей. Окей, ну, может быть, я просто что-то не заметил реально. Сейчас просто, ну, возьму и замечу в этот раз. Почему бы нет? Бля, все эти шкафы. Я их не стал обыскивать по-новому, потому что это займет хуеву тучу времени. Не, ну, не нужно. Бля, опять пустые шкафы. Ладно, допустим. Видать, это как-то все-таки влияет. Давай тебя переправим. Уже прям до последнего я держал и кнопку на всякий пожарный, чтобы уж анимация там точно все прошла. Как в случае с пылесосом, например, глупо было сделано. Сейчас. Так, видать, я делаю что-то реально неправильно. А что я могу делать неправильно? Может быть, что-то нажать здесь нужно? То есть, получается, я зря перебегал? Ну, допустим. Ну, блядь, а что тогда? Может быть, сюда нужно пригнать еще один? Ну, сюда нужно что-то пригнать. Сюда нужно что-то пригнать, как-то попасть. Не снимайте прогаз во время пения. Окей. Ты, ну тогда я не понимаю, это какая-то хуйня, если честно. Что-то слишком жестко забаговалось, да? Хер его знает, серьезно. Тут я все собираю, подбираю, все нормально, да? Тут я кручу шланг, чтобы мне пробежать туда. Там у меня будет еще один рычаг, и что дальше? Может быть, мне с ними пройти, хотя там, блядь, тупик. Там тупик, и там мне делать нечего. Так, допустим. И, ну, остался один выключатель. Это меня хуйня скинет, логично. Как бы, ну, это мой прикол. Не, ну это хуйня. Полнейшая. Шнур сюда идет, реально, как бы от них три шнура, и все идет сюда. Ну что, а что я могу сделать, если это не работает? Мотилен я... насосная. Насосная комната. А, вентили, типа, не музыкальный инструмент. Или трубы не музыкальный инструмент, не бейте по ним. А, тут... ёб твою ма. Ой, бля, все понятно. Охуеть. Вот это, бляха, поворот. Ладно, допустим. Получается, что я немного зря перепроходил. Но там, на самом деле, не очень долго было. Ну, ладно. Ничего страшного, собственно. Блять. Так, звонят, звонят. Опять всегда звонят. Постоянно кто-то везде звонит ко мне. На. Зачем, блять, мне звонить? Ёб твою мать. Проезжай давай. Проезжай, мы пойдем. Кстати, может чуть-чуть подхилиться. Мне знаешь, что интересно? А я уже не могу тогда. Я могу сейчас сохранить игру. Смотри-ка, я могу сейчас сохранить, да? 13, 21, 15... Мне просто, знаешь, мне жалко проебывать то, что я столько шкафов пооткрывал в прошлый раз и не заметил сраный третий вентиль. Охуеть. Ну ладно. Не страшно, погнали. Не страшно, главное, что... Ну он как-то серьезно, он был слишком сильно спрятан. Я думал, там всего два. Добраться до эвакуационного люка. Значит, это я слепой, а не разработчики накосячили. Ну бывает такое, бывает. Просто, ну, блядь, там даже не видно, что там как бы есть какой-то заход-то. Ты переедешь меня этой штукой! От этого зависит от твоей скорости, змеюка! А, нихуя себе. Это что сейчас было? Так, аккумулятор мне пригодится. И зачем он за мной поохотился, объясните мне, пожалуйста. Что я ему такого сделал, что за мной охотится?
Мне нужно туда, в комнату управления попасть? Так это несложно, мы спокойно здесь перейдем, да и все. Заклинило, окей. Боже, милость, сохрани короля. Здесь так неудобно сделан субтитр, я немножко не понимаю, кто за кем и кто куда. Так, хорошую мини-лабораторию использовать пока не буду. Музыка такая напряженная, как будто мне сейчас пизда какая-то случится. Но я же ничего не будет сейчас. Вон там, короче, нагорланивает. Так, шоковая граната. Хватит ли, чтобы разобраться с этим взбесившимся чайником? Да, а можно прям шоковой гранатой что ли кидаться? Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Потому что как бы у меня их уже получается две. У меня их две, но вот насчет того, используется она или нет, я не знаю. А что тут мигнуло сейчас? Давайте попробуем. Так, ее нужно взять в руки, правильно я понимаю? Или где она? Она, наверное, где-нибудь вот тут. Так, музыкальная шкатулка, шокан. Как ей пользоваться? На Г как-то, может быть? А, она, наверное, у меня в используемом, правильно? Фонарь, хлопушка, шипы, дротик, рвотная бомба, низкая свисток, тумонасос, шприц, музыкальная шкатулка, уточка, дротик, бутылка. Вот, шоковая граната, окей. Давай попробуем. Давай попробуем. Да, хватает, смотри-ка. А меня-то за что? Меня-то за что-то хватануло, ни хрена себе. Так, ну допустим, он умер, ладно. Поговорить с Питером, где он? Как же вы вовремя? Я не подозревал, что он такой патриот. Послушайте, я готовлю репортаж для газеты о том, как у вас тут внизу идут дела. Кажется, я читал эту статью несколько раз. Так у вас там внизу идут дела. В хорошие дни тут работает больше половины того, что должно. А в плохие? Ну, как сегодня. Там есть большая электронная вывеска, на ней пишется, что где сломалось. Сама она, как ни забавно, работает без перебоев. Вот схема. О, пора пить чай. Пока. Блин, а если... Это не схема, это письмо. Какое окончательное решение он придумал? В любом случае, готов поспорить, что Джему забрали доктора. Так, покинуть... А, это метро было. Покинуть метрополитен. Блях, а можно было в него не кидаться, но как по-другому тут теперь. Очень какое-то скомканное и странное задание. А она разве не закрыта была? Это тоже все не... Как-то... Ну хуй, из-за одного люка, типа, я переиграл. Но это не так страшно, как бы немного времени я потратил, потому что я ничего не обыскивал, просто перепробежал. А вот... Что это было сейчас? А вот это уже было херовенько, что я много чего не забрал. Так, поговорить с миссис Олифант. Где она у нас? Она у нас близко, она у нас буквально здесь. Миссис Олифант это у нас начальница. Начальница, главная репортерша. Ей, типа, нужно рассказать, наверное, что что Джему забрали. И что мы, как бы, за нее сделали ее работу, что ли, или что? Ну, хуй ее знает. Так, а можем сейчас спокойно заходить-то? Скорее всего, можем, да? Так, тут уже открыто. Там есть охранная сигнализация. У меня нет сотрудника газеты. Серьезно, пойду сюда тогда, похуй. Здесь же все нормально. Здесь у меня уже все открыто. А я же там открывал дверь. Кто ее запер вообще? Какого хера? Ты что так... А, ты в противогазе. Бля, я думаю, что он так дышит. Снимаю его. Так, снял против... снимаю его. Спасибо. У меня два их. Отлично. Два. Два это много. Два это много. Ладно, так, расширение рюкзака. Ну-ка. О, 122. Я что-то и не заметил его. А, кроме того, очки навыков у нас целых 10 штук. На это хватит на что-то. На что-то очень сильное, по-моему, я что-то хотел. Вырубать высоких на шокохлысты сыщики родоход дольше нас не замечает. Пока это не очень сильно меня напрягает. Кровь врагам. А дальше у нас тут что? Урон по цепям. Вот это хорошо. Блин, давай, наверное, сюда пойдем. Как бы здесь-то вроде как... это неинтересно особо. Двойной удар, который вас не видит. Блин, вот это, в принципе, неплохо. И тоже стоит. Давай сначала его возьмем.
Двойной урон тем, которые нас не видят, это очень полезно. Так, а теперь ты, товарищ миссис, начальник, главный инженер, который репортер. Я ужасно занята. Чего тебе? А, и Джему забрали, ее как два доктора запихали ее в будку. Господи боже, почему? Она копалась в тоннелях, но что-то пошло не так. Я продолжил ее расследование. Под городом все буквально разваливается на части. Боже. До этого вы ее туда и отправили, верно? Не ради заметки о тональных крысах. Я же не могла такое напечатать, понимаешь? Радостин испортился, доктор Верлок об этом знает. Но говорит, чтобы никто не волновался, потому что у него есть окончательное решение. Звучит совершенно безобидно. Именно это я и подумал. С пресс-карты я мог бы пробраться в лабораторию Хоэрта. И мой старый льстец, еще он у вас. После того, что случилось с Джемой, доктор Верлок, он устанавливает там свои законы. У меня к нему личное дело. Если меня... Ну, здесь не будет, когда ты вернешься. Если ты что-то выяснишь... Попробуй напечатать это сам. Эти болваны знают, как перенести чернила на бумагу. А читают они только то, что сами написали. Вы уходите? Но как? Ну, я и сама не знаю, как. Но, как сказать, возможно, однажды я перестану печатать ложь. А людям это не понравится. Она типа... Отлично, мое репортерское снаряжение снова со мной. Одно известно, как открывать дорогу в места, куда обычным людям хода нет. Так, ладно, войти в лабораторию, все типа нормально. Окей. А что у нас там наверху? Может, что-нибудь припизданем сейчас по-тихому? По-тихо, пока никто не видит, пока никто ничего не знает. Так, шкаф для бумаг. Раз уж я там перестал все обыскивать, давайте хотя бы здесь что-нибудь обыщем. Что-нибудь обыщем, да что-нибудь своруем. Заперто вы что? Кто это запирает свой стол на работе? Ну, так же нельзя. А вдруг я приду, начну копаться, а там заперто. Издеваетесь. Что ты тут прятал? А что у меня с FPS? Мне кажется, его мало. Чего я там сейчас подобрал хорошего, интересно? Ну, смотри-ка, вискарь. Кто-то прячет на работе. А, вот вы почему, блядь, запираете свои столы там. Теперь понятно, для чего. Вискарик там, ты понимаешь? Там вискарик, блядь. Вот собаки. Ну, давай еще. Возможно, еще вискарика найдем. Так, нам сейчас в любом случае нужно идти на завод. И там, соответственно, у доктора воровать рыбий жир. Блядь, это все ради рыбьего жира, серьезно? Чтобы отнести его бабенке, чтобы потом получить пропуск. Это очень странно. Бля, я тебе реально говорю, у меня, по-моему, FPS 3. Не то, что 3, но их прям явно не 60. Это странно. Очень, весьма. Не очень мне это нравится. Так, открывайтесь. А вот, собственно, и я. Можешь сигналку подрубить? Да, смотри-ка. Ох, блядь, вот это я шалун. Так, мне куда? Мне сюда, блин. Так, это значит обойти сейчас вот здесь вот. Ебать, народ куда-то весь бежит. За мной, что ли? Во-во-во-во, а чё это? А чё это? В смысле? Подожди, а что не так? Одет нормально, маску? Маску надену. А что такое? Нет времени на болтовню, льстец сделает все за вас. Приветствует за вас людей, требует восстановления после выполнения приветствия. Что это значит? Что значит льстец? Что это такое? Это для заданий, типа. Так, у меня еще 5 очков, между прочим, есть. Можно сюда вот скачать. Мистер блокиратор. Попробую блокировать, возможно, получится. Да что со мной не так-то? Вы что доебались до меня? А! Все, я понял. Блядь, тут закрыто. Это, наверное, потому что я включил сигналку, теперь на меня все злятся, да? Охуенно. Это я зря это сделал, зря. Спокойно. Так, отлично, спокойно, аккуратно. Сел. Сюда они, типа, не сбегут, да? Зря. Зря они сюда избегают. Не, они сюда тупо не идут. Хорошо, ладно. Давайте отсидимся. Я не знаю, что это за невидимая стена, но они ее пересекать явно не желают. Я в это время пока полечился, но жалко, что в это время не идет. Жалко, что это в это время не идет время. Понимаешь, как странно это звучит? У меня есть целебный бальзам. Почему бы им, собственно, не воспользоваться? Окей. Жалко, что здесь приходится так долго ждать. В этой игре есть много раздражающих моментов. Не то, что раздражающих, а... недоведенных до ума, недоделанных, каких-то таких, которые, знаешь, можно было сделать гораздо лучше. Все? Пойдемте. Ну, все, так все, замечательно. Все мне рады, все мне улыбаются, я собираю мусор и иду дальше. Так, спокойненько. Да, все правильно. А с чем это было связано? Чего они напали? Реально за сигналки? А почему об этом резко узнал весь город, мне интересно? У них какой-то, блядь, под Радостином, я не знаю, между собой
общение какое-то межгалактическое происходит или что? Как они так успешно понимают, что типа я что-то накосячил? Что это за скорость передачи информации, интересно, блядь? Может, они что-то изобрели нового? Так, мы сейчас идем там, где нет рамки, правильно? Блядь, мы идем там, где есть рамка. Ну ладно. Рамка и рамка, хуй бы с ней. Давайте я, собственно, проскочу под таблетками. Просто, ну, обходить, возвращаться не особо интересно. Это долго и далеко. Таблетки. Вот ты. Он называется Светламин. Светламин, хорошо. Опачки. И все вроде как красиво, да. И теперь никто даже и писнуть не может. И никто даже не может подумать, что я не под радостином. Потому что я полностью красив и обрадостинен с ног до головы. В смысле, а почему он так ходит? Типа, это... По-моему, эта херня походку не меняла. Серьезно. Когда я его в прошлый раз пил, она не меняла мне эту походку. Она мне просто как бы это... Че, может, что-то обновилось? Странно. Странно, ладно. Так, давай карточку. Пришли встретиться с доктором? Он любит, когда о нем пишут в газетах. Проходите. Спасибо. Я же сказал, ему лаборатория закрыта. Но они же не слушают. Ну, знаешь, ты был вполне убедителен. Так, ладно, пацаны, общайтесь, разговаривайте, я пошел дальше. Кто-то там дышит? Куда это вы направляетесь? Мы закрыты для посещения. Идите отсюда нахуй. Я хочу взять интервью у доктора Верлока. А, так вы представитель четвертой власти. Вы пришли в немного неподходящий момент. Видите ли, мы тут чуть-чуть заняты. Писал лаборатории слегка на взводе. Приходите-ка лучше завтра. Что-то случилось? Нет, конечно нет. Все прекрасно. Слушайте, покажите свой пропуск Хелен из связи с общественностью. Просто следуйте за коричневой линией и никуда не сворачивайте. Тут много всякой техники опасных химикатов, а мы ведь не хотим, чтобы вами что-то случилось. Конечно же, не хотим, констебль. Что же заставило их замуровать целую фабрику? Так, кнопка, пойдемте. Кнопка, пойдемте. Блин, здесь мне, походу, таблетки придется жрать только так, потому что здесь, скорее всего, куча радостинометров. Как это, блядь, на час? Вы что, обнаглели, что ли? Сомневаюсь, что на местах рабочих журналистских просто придет тоже впечатление, что и на полицейских. Так, а это что? Это сканер журналистской... Ой, сканер формы? А, окей. Так, а что тут можно купить, кстати говоря? Подожди-ка. Так, фонарь, аптечка по 20. Сколько у меня денег? 87. Сэндвич. Блин, а здесь ничего полезного-то и нет. Одно говно. Ну, ладненько. А, я так понимаю, рабочие сейчас будут со мной драться и будут как бы на меня нападать. Ой, как много в шкафчике всего хорошего. Самое время, чтобы их обыскать. Самое время, чтобы что-нибудь спиздануть потихой. А тут еще аптечки должны быть. Мы же в туалете в каком-то. Да. Аптечки за каждым зеркалом. Артур, облегчай свой груз. Блять, опять переб... Ой, а что это такое? Зачем мне это нужно? Кровотечение вызывает? Неплохо, на самом деле. Зонтик. О. Бесконечный запас прочности. Блин, такой зонт нельзя выкинуть. Но я выкину тогда... Во-первых, лопату я выкину, потому что мне не нужна. Во-вторых, я выкину один топор. Ну и в-третьих, пока ничего больше не буду выкидывать. Осторожно, двери закрываются. А мне не нужно было надевать этот какого? Костюм какой-нибудь на лицо защитный, типа противогаза. Рад, что чистота их заботит. Дезинфекция завершена. Пожалуйста, пройдите в лабораторию. Так, окей, давайте-ка я буду... Потому что мне кажется, я на вредной территории, они будут со мной не очень хорошо разговаривать. Так, электрическая дубинка, во-первых, сразу... А где она? Ага, вот, она пустая. Выкинуть, потому что много весит. Так, а зонт-то я что не выкинул? Сколько он весит? 2 килограмма? Да пусть будет потом. Пусть пока будет. Давай по стелсу попробуем. Потому что, скорее всего, они мне совершенно не рады. Они здесь что-то бегают, паникуют, что-то включают. Все нахуй взорвалось у них. Вот в чем проблема. Блять, пошел нахуй. Я вырубил его, серьезно? О-о-о. Пошла нахуй. Серьезно? А что это не убил ты ее?
Спокойно. О, бля, вот это поворот. Тихо. Вот это сейчас было внезапно. Так, маус-баттон, пей. Ты, блядь, какая. Ладно. Отлично, минус бабенка. У нее там дубинка заряженная, нет? У нее только радостин. Бля, где дубинка-то? И куда ты убежал? Ага. Допустим. Он, по-моему, сломался. То есть он тупо прибежал обратно. Я ушел с какой-то зоны действий, он типа ушел. Как это открывается-то? Спрятаться в контейнере? Зачем? Пробраться через запечатанную дверь. А как через нее пробраться можно? Так, электрическая дубинка опять-таки выкинуть. А у меня есть еще бальзам лечебный? Давайте я лекарственный бальзам тогда ебану. Он же тоже помогает от всего, правильно? Да. Она должна, наверное, как-то открываться. Наверху бегает мужик. Еще он там бегает. Может быть, мне к нему как-то можно попасть? Здесь закрыт. Так, убери дубинку. Хлопушка. Ну что, зачем-то подходил? Может быть, надо выключить какую-то сигнализацию? Или что-то залатать? Что-то починить? И я не понимаю, что от меня нужно. Опять-таки. Сюда, что ли, опять? Опять вот эти вот хуй пойми какие тропы? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Ладно. Ух ж, вот эти вот места, в которые хуй проберешься, как-то пройти-то. Ты на скорость, да, работаешь? Ага. Ага. Ага, сложно, блядь. Сложно придумали. Так, паникующий рабочий. От места к месту, типа мы куда-то прошли. Давайте-то на этом и закончим. В следующей серии мы этого рабочего ушатаем, усандалим, а сегодня пока что все. Ссылка на плюс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.